Добрый день, дорогие друзья, уважаемые любители корпоративного спорта. Мы рады начать серию прямых трансляций из Дворца спорта «Янтарь» с первенства Union Russian Events по мини-футболу среди корпоративных команд на призы Александра Панова. Пусть вас не смущает очень длинное название, игры будут короткими и динамичными. Нас ждет два тайма по 20 минут с минимальным перерывом. Сейчас у нас на площадке в форме синего цвета команда «Интеррао». Их соперники «Мосэнергосбыт» играет в форме желтого и синего цветов. Когда я готовился к сегодняшнему дню и посмотрел, какие именно матчи будут показаны в прямом эфире, надо сказать, что у меня были некоторые вопросы, поскольку команды «Мосэнергосбыт» и «Интеррао» находились, ну, скажем так, ближе к низу турнирной таблицы. Однако по ходу сегодняшнего дня, ну, говоря толстовским языком, все смешалось в доме «Юнивентс». И после того, как командам удалось одержать победу над «Связным», на «Связной» был лидером турнирной таблицы после первого тура, стало понятно, что «Мосэнергосбыт» и «Интеррао» достаточно освоились для того, чтобы вести очень упорную борьбу. И сейчас мои слова подтверждает команда «Интеррао», забивая первый мяч в ворота «Мосэнергосбыта». После своей победы над «Связным» «Мосэнергосбыт» проводил еще одну встречу, однако уступил, и об этом результате я расскажу несколько попозже. Ну, складывалось такое впечатление, что очень много сил было потрачено в первом матче «Мосэнергосбытом», и двигаться так же быстро команде тяжело. «Интеррао» со своей стороны, команда такая же, даже не то что быстрая, а, пожалуй, реактивная, и длинная скамейка у них есть, возглавляемая тренером, который достаточно часто проводит точечные и грамотные замены. Давайте сейчас посмотрим состав, пока не началось у нас основное действие. Да, чтобы потом не возвращаться, «Мосэнергосбыт» уступил «Комусу», при этом изначально введя в счете. Итак, у нас за «Мосэнергосбыт» сегодня играют. Номер 5 – Евгений Аникеев. 4 – Андрей Крошкин. 20 – Александр Косолапов. 9 – Евгений Кокурин. 16 – Александр Жолодев. 10 – Алексей Тирский. 13 – Дмитрий Токарев. 6 – Павел Милошенко. И голкипер Ярослав Архипов. За «Интеррао» сегодня выступают следующие. Номер 1 – Андрей Ефимов. 2 – Максим Барановский. 15 – Дмитрий Малышев. 19 – Даниил Карпов. 21 – Алексей Колбанов. 22 – Алексей Трофимов. 24 – Иван Демин. 30-й Сергей Солота и номер 10-й Антон Карпинский. Ну, еще надо сказать, что Андрей Ефимов, он номер 1, является голкипером. Судя по всему, в заявке отдельно это не отмечено, но, следуя логике, все должно быть именно так. Вот, казалось бы, только сделали мы превью, небольшой обзор предыдущих успехов команд, озвучили составы, а уже прошла почти половина первой 10-минутки. Ну, как я вам, собственно говоря, друзья, я обещал. Игра действительно скоротечная, и здесь тем интереснее смотреть футбол, поскольку у спортсменов нет возможности проводить долгие разведки, затяжные комбинации, забирать мяч и катать его по своей половине поля. Нужно идти вперед практически сразу и пытаться достичь желаемого результата, а именно забитых мячей. Ну, вот «Интеррао» сейчас пытается мяч все-таки подержать, поскольку им нет нужды торопиться. Там «Мосэнергосбыт» должен нападать. Слишком высокий прессинг пока «Мосэнергосбытовцы» не показывают. Видимо, собрались встречать соперников уже поближе к своим воротам. Угловой сейчас будет. Поаплодировали запасные «Интеррао» то ли своим товарищам по команде, то ли голкиперу, который сейчас спас ворота. Ох, какой красивый гол! Просто фантастический! В долю секунды сложился пополам 22-й номер «Интеррао» и сделал счет 2-0. Очень быстрый момент, но вот здесь голкиперу было, конечно, крайне тяжело что-то сделать. Он выскакивал из ворот, но, к сожалению, было поздно. Там и защитник должен был держать нападающего «Интеррао». Мешать ему, по крайней мере, так свободно действовать.
Если успел сложиться пополам и головой ударить, значит, было на то пространство, которое должен был нейтрализовывать защитник. Ну, Мосэнергосбыт падать духом не должен. Команда молодая, здесь и запасных можно повыпускать. Правда, у Интеррао замены происходят намного чаще, чем у Мосэнергосбыта. Видимо, те люди, которые сидят на скамейках, сидят там не просто так. Их время приходит, когда уже все остальные устают. Нет, все-таки состоялась замена сейчас. Надо вливать свежую кровь, а то Интеррао просто перебегает своих соперников. Вот Интеррао опять не спешит. Из глубины поля начинают ребята. Как здорово-то они прошли буквально в две передачи всю площадку. И сейчас будет еще один угловой. Очень свободно дали 10-му номеру мяч получить. Ну просто непозволительно. Какая-то расслабленность. В прошлых матчах Мосэнергосбыт намного плотнее допекал соперника. И позиционно играла команда намного лучше. Сейчас какая-то просто неразбериха у них творится. Может быть, встреча против Комуса, конечно, так морально подкосила. Но вот первая интересная диагональ с выводом нападающего на ворота. Один из первых таких полумоментов. Еще одна замена у Интеррао. Кстати, пока не было ни одного нарушения правил. Первая 10 минутка уже к концу подходит, а игра абсолютно чистая. Такой товарищеский футбол. Но это объясняется тем, что очень мало индивидуальных единоборств. Ни Интеррао ЕСовцы, ни Мосэнергосбытовцы не идут в обводку. Исключительно пасы без сближения с защитниками. Поэтому ну просто негде сталкиваться игрокам. Ну вот столкновение, но здесь все было чисто. Две ноги пришли в мяч. Мяч остался у той ноги, которая была немного посильнее и пожестче. Вот такими кружевами Интеррао пытаются усыпить сейчас энергетиков. И надо сказать, что это получается достаточно неплохо. И вот снова на ударную позицию выведен игрок. Опять его не держали. 3-0 становится счет. Но сейчас надо что-то менять Мосэнергосбыту. Я думаю, пересмотреть особенно необходимость нахождения на поле тех игроков, которые призваны защищать ворота были. Не про вратаря говорю, а про защитников, конечно. К вратарю здесь никаких претензий нету. Все, что можно, он делает. Не творит каких-то чудес, но когда постоянно идут угрозы твоим воротам, здесь становится не до волшебства. Энергия волшебная не успевает перезаряжаться. Восстанавливаться. Ну что ж, это только первый тайм. В ходе тайм-аута могут быть какие-то решения приняты, направленные на изменение счета. Но здесь придется уже добивать слишком много. Счет становится 4-0 в пользу Интеррао. Еще чуть-чуть и будем петь известную песню. Вот не помню я, к сожалению, форму Ямайки, но желтый цвет там должен присутствовать. Поэтому и в контексте цветовом будет песня оправдана. Меньше минуты остается до свистка на перерыв. Вот сейчас кому не позавидуешь, так это тренеру Мосэнергосбыта, от которого все ждут чуда, но сотворить чудо, не выходя на поле, очень тяжело. Особенно, когда отставание в 4 мяча, опять же. Могут установить рекорд игроки Интеррао. Не в ворота связного наколотили большое количество мячей. Там, что-то, если не ошибаюсь, был 6-0. Вот сейчас взяли курс на новый рекорд. Сейчас можно позабивать больше. Если темп сохранится, ну, соответственно, 8-0 получится по итогам двух таймов. Интеррао продолжает делать очень серьезные заявки на то, чтобы из глубины турнирной таблицы
подойти, по крайней мере, поближе к вершине. Сейчас тайм-аут, 30 секунд, мы с вами отдохнем и продолжим. Итак, у нас продолжается сражение Интеррао и Мосэнергосбыта. Но вот Мосэнергосбыт, судя по всему, как-то взбодрился в тайм-ауте, потому что, наконец-таки, глаза у ребят по прошлому загорелись. Так, как они и должны гореть у настоящих спортсменов. Ребят забрали мяч и сейчас постараются его перевести поближе к чужой штрафной. Интеррао не согласен с таким поворотом событий. Начали они прессинговать, и вот сейчас Мосэнергосбыту уже не так просто эти перекаты мяча совершать. Интеррао пока не идет в суперплотный прессинг. Если ничего страшного не происходит, пусть ребята попасуются, им тоже полезно, думают Интеррао. Им тоже, наверное, хотелось бы какой-нибудь либо борьбы, либо уж заканчивать этот матч одной из двух, потому что играть впустую лишние 10 минут смысла никакого нет. Вот интересно посмотреть, будут ли впереди, то есть после этой игры, еще поединки, в которых будут участвовать Интеррао и Мосэнергосбыт. Таковых не будет. У нас тур подходит к концу. Вот так получилось, что прямые трансляции охватывают заключительные матчи. После этой игры будет еще поединок Связного и команды Комус. Тоже очень интересная игра, очень важная для обеих команд. Поэтому настоятельно я вам рекомендую этот матч посмотреть. Если же вы считаете, что в этом, в данном поединке все понятно, который идет сейчас, ну, можете пока заварить себе кофе, сделать еще какие-то дела, и через 8 минут и 11 секунд приходите обратно на поле. Здесь интрига, конечно, уже слабоватая. Я думаю, что и мосэнергосбытовцы не до конца верят в то, что, ну, возможно, забить какое-то значительное количество мячей. За гол престижа, конечно, поборются. Потому что ребятам надо будет в понедельник, а это уже завтра, приходить на работу и как-то рассказывать коллегам о том, как они матч провели и почему так получилось. Что делать, кто виноват и почему мы столько пропустили. Вот приблизительно вопросы, которые ожидают их. Ну и, конечно, которые задают они сами себе, сейчас еще находясь на поле. Что делать Мосэнергосбыту и за счет какого компонента попытаться сравнять счет? Ну, здесь ничего специального и оригинального придумать лично у меня не получается. Ну, скорее всего, стараться забрать мяч и не просто катать его, а делать передачи, нацеленные на обострение. Интеррао сейчас еще один прорыв. Здорово сыграл вратарь. Руками прямо на линии штрафной мяч остановил. Ну вот еще одна потеря Мосэнергосбыта. Абсолютно непонятное для меня решение. Ну, с другой стороны, логично. Но 4 мяча уже все ребят позабивали. Хочется и остальным отличиться индивидуально. Пополнить голевой актив. Организаторами, конечно, учреждены специальные призы для лучших бомбардиров, вратарей. И даже приз лучшему игроку, по-моему, вручается. Здесь я боюсь ошибиться, но должен вручаться, по крайней мере. Через вратаря играет Мосэнергосбыт. Пасовать вратарю можно только один раз. За второй пас подряд будет наказание. Свободный удар с линии штрафной. Вот Мосэнергосбыт наконец-таки атаку показал. Вратарь у Интеррао не заснул, за что ему тоже, конечно, отдельное спасибо должны сказать игроки. Коробочка, да. Мне показалось, что в коробочку зажали сейчас нападающего. И должно быть пенальти. Ну, вот такой классический момент. Сразу вспоминается последняя классика Реала и Барселоны. Ух, вратарь справился, и при том прямо из-под штанги достал этот мяч. Если мы говорили, что надо его похвалить, что он не уснул, то теперь просто аплодисменты и специальный приз от своей команды получить должен.
Конечно, пропустил бы Интер Рау, ничего страшного не случилось, но для вратаря оставить свои ворота в неприкосновенности — это особый и шик, и стимул на дальнейшие матчи, и уверенность в своих силах. Всем игрокам приятно, когда они на 100% выполняют свои задачи, нападающие забивают, вратари не пропускают. Это важно, конечно, помимо основного счета на табло. Интер Рау в случае победы сделает очень хороший задел на следующий тур, потому что до начала сегодняшнего дня у Интер Рау было... Сейчас посмотрим, сколько очков. Было одно очко. Ну вот, было одно, станет в 7. В 7 раз результат улучшили за 2 игры. Это ну как бывает. И хорошая атака, снова вратарь. Ну просто какие-то невероятные чудеса сейчас творит. И пенальти достал, и сейчас руку подставил. Стоит ему поаплодировать. Появился еще один кандидат на звание лучшего вратаря. Ну, если не по итогам сезона, то по итогам тура уже можно ставить его, пожалуй, в символическую сборную сейчас. А мне показалось, что сам сейчас игрок Интер Рау наскочил на ногу партнера и поэтому упал. Ну, здесь судья находился, конечно, ближе к месту развития событий, поэтому ему виднее. Если вдруг вы хотите, уважаемые телезрители, поспорить или со мной, или с судьей, то просим вас, просматривайте повторы, они все сохраняются. И на сайте в Sport.ru, и на сайте организаторов соревнований компании Union Russian Events. Там мы непосредственно записи матчей, подборки самых красивых голов и даже самых красивых сейвов, если не ошибаюсь. И снова вратарь, молодец. Но вот уже из одних его действий можно делать подборку. Определенный камень в огород доблести и мастерства защитников он сейчас сможет закидывать, потому что выигрывать с большим счетом хорошо, но это не значит, что защитники могут расслабляться. Здесь как раз и нужно включить такие тренировочные моменты, наладить собранность защитников, наладить взаимосвязь нападающих. Когда счет становится 4-0, матч становится, по сути, товарищеским. По крайней мере, для выигрывающей команды. Да и для проигрывающей тоже, потому что, ну, не верили мосэнергосбытовцы в ничью. 2 минуты остается до финального свистка. Классную комбинацию Интер Рао ЕСовцы разыгрывали. Вратаря там раскатывали по всей его штрафной площадке. Контратака мосэнергосбыта, 6-й номер с мячом. Нет, здесь уже защитники подоспели. Наконец-таки вернулись. Может быть, слова мои услышали о том, что ставят под сомнение профпригодность свою. Вот здесь, если еще успеют вернуться, вообще будут молодцы. Да, успели. Но это не только заслуга защитников, но и недочет нападающего, который должен был либо порасторопнее наносить удар, либо закрывать мяч корпусом и ждать подключения партнеров по команде. Угловой подает, ну почти угловой подает мосэнергосбыт. Разница здесь дистанции небольшая. Интер Рау одну из заключительных атак сейчас проводит. И было бы очень неплохо на последних секундах забить и 5-й гол. А то неужели мы сегодня без песни останемся? Как-то вроде так все удачно начиналось уже. И музыку готовили мы. И кто-то, может быть, даже танцы. В честь 5-0 Интер Рау. С другой стороны, может быть, и подсобрались мосэнергосбытовцы после 4 пропущенных мячей. В конце концов, больше-то они не пропускают.
Вот все, теперь абсолютно точно заключительная в этом матче атака. Но вратарь здорово сумел выйти из ворот. Звучит сейчас свисток судьи. И мы еще раз призываем вас посмотреть следующий матч между командами «Связной» и «Комус».